В отличие от понедельника, вторник считается очень-очень благоприятным днем во всех его отношениях. Особенно полезно во вторник отправляться в дорогу. И знающие люди говорят, что любая поездка в этот день недели пройдет очень-очень благополучно и удачно. Хотя знающие ведьмы говорят, что именно во вторник вечером нельзя ни в коем случае занимать деньги. Потому что вторник способен выкачать все, что только есть именно в ваших карманах и в ваших кошельках. Приметы вторника в целом нам говорят, что в этот день недели рождаются очень активные, целеустремленные, мужественные, храбрые и смелые люди, которые абсолютно не терпят никаких сплетен и способны отстаивать свои собственные интересы, свою правду люди. Да, у них иногда появляется неуправляемый характер и проявляется как-то, но зато из них получаются очень хорошие руководители, и они очень решительные. Также, как правило, во вторник рождаются люди, которые никогда не бывают трусами. В силу своего характера люди, родившиеся во вторник, проявляют себя и с хорошей, и с плохой стороны. Вот такая вот у этих ребят двойственность. То есть в одном случае этот человек может быть защитником слабых и угнетенных, борцом за справедливость, ну а в другом случае он тут же может повести себя как высокомерная личность, достаточно наглая, не следящая за своими нравами и манерами поведения. Вот такие они, люди, которые родились во вторник. Ну что ж, расскажу немного о приметах вторника. Они, в общем-то, таковы. Вторник является очень удачным днем для знакомства с новыми людьми и партнерами по бизнесу. Появившиеся во вторник какие-то новые знакомые, они, как правило, становятся в дальнейшем очень хорошими друзьями. Также во вторник можно очень смело и решительно начинать какие-то любые новые дела и обговаривать новые проекты, которые возникнут у вас в голове. Также было бы здорово, если вы во вторник будете начинать новые отношения, объясняться в любви, обсуждать условия помолвки или предстоящей свадьбы. Если вы собираетесь в путешествие, то, как и я, сделать это желательно вовсе не сегодня. Так, что еще рассказать? Ну вот, пожалуйста, вторник очень хороший день для различных покупок, но существует одно «но», об этом очень важно помнить. Рассчитываться за покупки лучше карточкой, избегая каких-либо бумажных или медных денег. Раньше на Руси во вторник только менялись продуктами или вещами. Деньги старались не доставать в этот день. И если по работе обстоятельства складываются так, что в обязательном порядке необходимо у кого-то взять деньги или кому-то их отдать, то на вашем месте я бы их положила предварительно на стол. Забирать деньги надо именно со стола, а не из рук. Приметы вторника в целом предупреждают, что нельзя отдавать долги и нельзя занимать кому-то свои собственные деньги именно в этот день. Особенно эта примета работает во вторник ближе к вечеру, когда солнце уже клонится к заходу. Так, ну, во вторник, кстати, нельзя стричь ногти, насколько я помню, чтобы деньги ваши тоже не заканчивались. Ну, по крайней мере, я точно так делаю. Про вторник вроде все.